дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас продолжается обзор на рыбку меченосец. Одно из видео у нас уже было снято, но там был меченосец красный. Сегодня у нас меченосцы, такие гибридики, смесь красных с чернохвостными и, наконец-таки, черные меченосцы. Где он у нас? А вот и эти красавцы. Посмотрите на них. Многое, конечно, о меченосцах было уже сказано, но все-таки давайте еще раз немножко с ними познакомимся поближе. Меченосцы в целом довольно мирные рыбки, хорошо подходящие для общего аквариума. Но у них бывают очень разные характеры, и он может быть как тихим и робким, так и задиристым хулиганом. Это особенно касается, конечно же, самцов. Самки более миролюбивые. Содержать меченосцев лучше всего в аквариумах с большим количеством растений и свободным местом для плавания. Плавающие растения создадут рассеянный свет и послужат укрытием для мальков. Как и многие живородящие меченосцы могут жить в солоноватой воде, но это не обязательно. Родина рыбок в Центральной Америке, от Южной Мексики до Гватемалы. Неприхотливая, не слишком большая, просто разводится. К недостаткам можно отнести только лишь дрочливость некоторых самцов. Меченосцы очень неприхотливы в содержании. В аквариуме объемом 35 литров можно держать одного меченосца. Но это очень активная рыбка, и чем больше будет объем, тем лучше. Помните, то, что для разведения нужно содержать одного самца и 2-3 самки. Если же будет один самец и самка одна, то самец может ее загонять просто до смерти. Когда дело касается температуры, они могут жить как при 18, так и при 28 градусах. Идеально будет 23-25 градусов. Такие параметры, как жесткость и pH, для них не очень важны. Но лучше они себя чувствуют в воде средней жесткости при pH 6,8, 7,8. Желательно, чтобы в аквариуме была фильтрация. Вполне достаточно и внутреннего фильтра. Обязательно подмены воды на свежую, примерно 20% еженедельно. Но учтите, что помимо того, меченосцы очень быстро плавают. Он также хорошо прыгает. Аквариум обязательно должен быть накрыт, иначе вы рискуете найти трупик рядом со своим аквариумом. Кем же они уживаются? Конечно же, в первую очередь, они хорошо уживаются с гуппи, пицилиями, малинезиями. Хорошо уживаются с разными икромечущими, такими как скалярии, гурами, неончики, даже радужницы. А вот золотыми рыбками их лучше не содержать. Для золотых нужна более холодная вода, да и мечи – беспокойные соседи. И для других живородящих очень просто получить малька от меченосца. Самка даже может рожать малька без самца. Дело в том, что она может хранить молоки самца в замороженном состоянии и оплодотворять ими себя. Так что если вдруг у вас самка родила малька, а самца в аквариуме нет, то это именно тот случай. Не забывайте и о том, что они могут менять свой пол. Если у вас все самки, то кто-то из них может стать самцом и вести себя так же агрессивно, как настоящий самец. Также может быть и наоборот. Если несколько самцов, кто-то из них может случайным образом превратиться в самку. Но в то же время чревато последствиями содержать сразу нескольких самцов. Даже если они вдруг поменяли пол из самок в мальчиков, из девочек в мальчиков. Ну и нетрудно догадаться, и я напомню тем, кто не знает, или тем, кто забыл, напомню то, что меченосцы получили свое такое интересное название благодаря наросту на хвосте в виде такого небольшого меча. Вот посмотрите на эту рыбку, видите такой нарост? Вот это он и есть. Также сейчас по некоторым сведениям во многих клубах попала такая информация, что при смене пола зачастую рыбки стали бесплодными. То есть, если девочка стала мальчиком, то она становится автоматически бесплодной. Но эта информация не совсем подтверждена. Ее только запустили. Раньше такого я лично не встречал. Ну что ж, будем смотреть, узнавать на практике. В принципе, на этом все, мои дорогие друзья. Спасибо вам за внимание.
Спасибо за то, что вы смотрите наш канал. Надеюсь, вам понравилось видео. Если это так, ставьте пальцы вверх. Всего вам доброго. До свидания.